Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Evoque или Range Rover Evoque. 2.2 турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 71 тысяча километров. Заменю на нем тросик, открывание передней двери, именно с наружной ручки. Менял на механизме моторчики и увидел, что там трос потертый. Думал, в ближайшее время он порвется, но нет, он отходил и до сих пор он еще целый, но трос на руках, поэтому решили снять и заменить. Открываю переднюю водительскую дверь и снимаю обшивку. Снимаю заглушки. Здесь крестовая отвертка, выкручиваю винт. Также заглушку с торца. Снимаю здесь заглушки по бокам на ручке, как одну, так и вторую. И здесь торкс Т30, откручиваем два винта. Все, обшивка у нас откручена, можем ее поддергивать. Поддеваем снизу. Приподнимаем вверх и снимаем тросики. Вот у нас идет трос.
сильно не отводим, снимаем его, именно пластиковую часть и зацепление, снимаем разъем, и потом уже трос можем скидывать с ручки. Также снимаем разъем на подсветку. Торкс Т25, откручиваем по периметру все вот эти саморезы, которые у нас крепят эту крышку. В общей сложности у нас должно получиться 13 саморезов. Один саморез вот он посередине. Его видно плохо, поэтому про него не забываем. Так, скидываем проводку. Вот и все. Откручиваем сам механизм. Торкс Т30.
Снимаем вот эту заглушку. И выкручиваем фиксатор ручки. На Т20 ослабляем его и при этом вот эту ручку, накладку, подтягиваем на себя. До конца его выкручивать не обязательно. Также откручиваем вот этот саморез Т25. И в принципе у нас ручка может сниматься. Вот она, я ее отодвинул. Но сейчас пока ее на место поставлю, потому что мне еще не отключено питание от замка. Откручиваю саморез от направляющей. Направляющая ходит. А вот теперь снимаю разъем питания. Нажимаю фиксатор. И можно вытаскивать механизм вместе с ручкой. Вот сам механизм, а вот трусик, про который я говорил, перетертый. Осталась одна центральная жила, еще бы немножко, он просто бы оборвался. В принципе, замена этого трусика — пятиминутное дело. Больше мучаюсь с разбиранием двери только. Так, получается, вот он, сам трос, номер его для заказа LR025-409. Это вот именно трос управления. Снимаем его с защелки. Немножко поддеваем их с обоих сторон. Крючки здесь выводим одну сторону. И вторую сторону.
Главное, когда новый тросик, ну, в смысле рабочий тросик, который не надо выкидывать, аккуратно, чтобы не сломать эти усики фиксации. Вот они. Тросик. Ну, выдюжил. Сказал, одна нитка. Нет, здесь две нитки осталось. Также снимаем здесь фиксаторы. И поворачиваем его, снимаем здесь бабушка. Беру новую, устанавливаю, поворачиваю и защелкиваю. Точно и так же в ручку. Вставляю бабушку. И защелкиваю его на фиксатор. Все. Здесь добавлю немножко смазочки. Еще неизвестно, кто выиграл, кто потерял. Немножко смазочки добавлю, чтобы этот механизм тоже был. Это не замерзающая смазка. Все, можно идти устанавливать на место. Thank you.
Все. Здесь защелкнулась. Если снимать снизу, вот поддеваем, она снимается. Под ней личинка для ключа. Эту заглушечку ставлю на место. Винт направляющий ставлю на место. Надеваю на место и прикручиваю саморезы. Все по периметру. Все саморезы затянул. Защелкиваю это на место. Так. С разъемами. Если вдруг вот эту будете переворачивать, смотрите, чтобы у вас вот эти гайки не выпали. Эти гайки, они съемные. Так, ну вроде бы все подключил. Подключил. Ставлю на место обшивку. Одеваю все разъемы, которые у нас здесь снимались. В общей сложности получается 1, 2, 3, 4, 5 разъемов. Также подключаем тросик. Одеваем в ручку и задвигаем по скобу. Больше обшивку не оттаскиваем. Ставим на клипсы и защелкиваем. Прикручиваем два винта на ручку. Ставим заглушки.
вот этот саморезик верхний. И ставим на место заглушку. Также ставим последний саморезик на ручке. И тоже ставим заглушку. Проверяем. На этом все. Дверь стала открываться легче, потому что трос не растянут, и его достаточно, вот оно, расстояние. На этом замену тросика передней левой двери я закончил. Всего вам доброго.